Здравствуйте, уважаемые любители природы! Меня зовут Александр. Я являюсь автором YouTube-канала «Мир вокруг нас». Живу я в городе Тольятти, Самарской области. Моя работа никоим образом не связана с дикой природой, и поэтому прогулки на свежем воздухе и съемка фауны являются для меня способом отдыха и получением положительных эмоций. Мои любимые места съемок находятся в окрестностях деревни Старая Рачейка, которая находится на границе с Ульяновской областью. Именно здесь снята большая часть моих сюжетов. Именно здесь снимались скрытные бобры, осторожные сурки, яркие щурки, а также самый популярный ролик на моем канале, набравший более миллиона просмотров, «Уж обед головастиком». Вообще, съемкой видео я занимаюсь с 1995 года, когда купил первую еще кассетную видеокамеру. Что интересно, первым пробным видео, снятым на ту камеру, был обычный домовый воробей. Одно из двух моих любимых мест съемок – это Узилово болото, памятник природы, реликт ледниковой эпохи. Именно тут я увидел и снял серую цаплю, после встречи с которой появилось желание узнать о природе родного края немного больше. Вторым любимым местом является окрестности бывшей деревни Ковлейка. На этом месте еще видны следы жизнедеятельности человека. Рядом заброшенный яблоневый сад. Постепенно природа возвращает свои владения, и на месте, где раньше жили люди, теперь живут звери. Именно в этой местности я снимал сурков, которые за несколько лет моих наблюдений во много раз увеличили свои территории. В речке, которая протекает на границе бывшей деревни, живут бобры и ондатры. В поле поют свои песни жаворонки и луговые чеканы. А полевые луни охотятся на мышей и ящериц. Все свои сюжеты я снимаю на обычную видеокамеру Panasonic NV380. Раньше снимал на похожую 530-ю, только без Wi-Fi. При съемке в большинстве случаев использовал штатив Benro. С недавнего времени я начал использовать свой старый штатив Hama, но заменил на нем штатную шаровую головку на купленную в Китае Niver. У нее более плавные движения, регулировка усилия перемещения. Также при наблюдении за животными я использую несколько экшн-камер CJCAM 4000. Понятно, что всем камерам для длительной работы необходима зарядка. В качестве дополнительного питания используются аккумуляторы Бур. Изначально я даже не планировал создавать свой YouTube-канал, но коллеги по работе убедили меня в обратном. После создания канала у меня появились контакты с профессионалами и с такими же любителями, как и я. Общение с вами дает массу положительных эмоций, дает возможность делиться опытом и использовать чужой опыт для съемки более качественного и интересного видео. Сейчас у меня большое желание снять копытных – лосей, косуль, кабанов. Многих из этих животных я уже встречал, но различные факторы мешали снять полноценный, красивый сюжет. В заключение хочу пригласить всех на свой канал. Уверен, что вы найдете там много интересного. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать сюжеты, а также делиться своим опытом. Берегите природу. До встречи на канале «Мир вокруг нас».